если у вас есть идея, как решить ту или иную проблему общества, например, помочь бездомным или спасти небольшую реку, которая погрязла в мусоре, то не пропустите следующую информацию. 31 августа в Чебоксарах пройдет семинар с представителями фонда президентских грантов. Получить грант может любая общественная организация, которая занимается социально значимым делом, отмечают эксперты. Только в этом году такого рода поддержку получили, к примеру, два поисковых отряда – Совет женщин Чувашии, Республиканский волонтерский центр, действуют и другие. Главное – доходчиво сформулировать цели проекта и правильно оформить документы. Как раз для этого в Чебоксарах и проведут семинар. Семинар состоит из двух частей. Первая часть – это, собственно, обучающий семинар, где будет рассказано, что такое цели, задачи, как написать правильный календарный план, бюджет, потому что это очень важно, как состыковать вот эти вот две самые важные вещи – проекты, календарный план и бюджет, какие проекты можно считать актуальными, как оценивается актуальность. А вторая часть уже будет для опытных организаций, для победителей, и здесь уже будет вестись речь о том, как правильно предоставить отчет. Подробная информация о предстоящем семинаре на сайте Общественной палаты Республики. Адрес вы сейчас видите на экране. Ольга Пырочкина, Александр Петров. Республика.